Привет, и я знаю, что давно не было видео, и я снимаю обновление личного дневника. А знаете, почему долго не было видео? Я просто не хотела снимать. Да, я не хотела снимать. И да, извиняюсь за такое плохое качество, потому что я вижу, что оно плохое качество, реально. Вот. Что ж, давайте приступим. Дело в том, что я забыла, где я уже... делала обновление на личный, но я помню, что здесь вот я делала уже или нет. Ну, в общем-то, здесь такая лестница. Тут... Ну ладно, давайте с вот этого приступаем. И значит, здесь это было 17 июня. Вот. Тут самолетик, то есть его нельзя отклеить, а те самолетики можно было отклеить, это просто самолетик, который я сюда прикрепила. И вот здесь будет такой вот самолетик. Дальше здесь я нарисовала звездочку, одну звездочку посерединке и два сердечка. Потом сердечко можно развернуть, и там будет от закладки. Вот. Потом здесь из-под жвачки есть конфетка, такая конфетка, батончик. Вот батончик, который я очень люблю. Такой вот батончик. Тут фантики под него. Вот. Он тоже приклеен клеем. Итак, давайте продолжим. Вот здесь вырезка, ну как вырезка, страница журнала, как бы, вот, так, как это было сложно, по-моему, так, нет, так, неважно, сейчас как-нибудь сложу-то, все, теперь здесь, это было 18 июня, здесь вот такая вот как книжечка. Вот. Потом здесь это вырезки тоже здесь всякие. Вот тут маленькое такое оформление. Дальше 19 июня. Здесь вот такая кармашек, так там ничего не лежит. И здесь тоже ничего не лежит. Дальше здесь такие вот рисуночки. Наклейка. Вот, если что, я включила свет. Чтобы я думала, что качество будет получше, но нет. Дальше здесь такое вот сердечко, которое мне вот такой рисуночек сделала. И получилось, что оно типа открывает рот, а это глазки такие. Вот. Здесь тоже пусто. Здесь просто кармашечки, наклейки наклеены. Дальше 20 июня. А знаете, зачем я вот этой бумагой заклеила? Потому что здесь оно было, страница порвалась из-за маски, потому что я никак не могла нарисовать узорчики вот здесь вот, и поэтому так получилось. Но это не испортило мое оформление. Как вы видите, вот какое оно получилось. Здесь цветочки, здесь такие вот вырезки. Потом и это как бы такие маленькие кусочечки, как бы пазлики, ну, знаете, такое мозаика, мозаика называется. Вот. Дальше наклейка. Потом вот здесь как бы такие восклицательные знаки, только перевернутые. Вот дальше это просто приклеено. И два вот такие вот арбузика. Это получился бы такой вот, получилась бы такая улыбочка, но только это я не так. Это надо было наоборот, а я сделала так. Ну ладно. Это тоже ничего. Мне тоже так нравится. Вот, дальше здесь такие вот стикеры, на которых тоже наклеена мозаика. Вот такие вот. Ой.
из-под вот тут здесь вот, который я обрезала края, и тут я разрезала на ногу. Вот, потом это из-под леденца, который мне покупали в городе, вот. И здесь как бы вот это вот, да, кажется, что оно вклеено сюда, но оно на самом деле, ну, вот эта вырезка, да, она на самом деле вклеена внутрь. Ну, это где она внутри, в общем-то, сейчас я попробую как-нибудь это открыть. Ой, она оторвалась, ну ничего, сейчас приклею по-быстренькому. И вот, как видите, я достала тут вырезку отсюда и это приклеила. Вот. А обратно это также засовывается. Вот. Так это надо так как-нибудь сминать, чтобы оно тут было. Вот. И нужно удлить, потому что липкий край, можно залепить. Дальше это мне в письме приходило из-под аскорбинки. Это я ее уже давно съела, поэтому решила приклеить. Вот. Дальше это стикер, на котором такая вот как тоже мозаика, но она маленькая. Дальше такая вот пудра или что это. Просто не знаю, что это. На пудру похоже. Вот, дальше здесь это роботы, это с первого века, то есть они уж совершенствованы, их нарисовала, типа это роботы, и даже кнопка включения, вот. И дальше это тоже мозаика, вот тут сердечки, зонтик, на котором клеен стикер и мозаика. Тоже тут. Следующее опять вырезки, стикеры такие разные. Вот здесь, ой, как бы склеенные странички, они не склеенные, просто склеились. Вот тут дальше всякие вырезки такие вот. Дальше это из-под резиночек. И вот тут вот, да, поворачиваешь, сейчас, то, ну, разворачиваешь, когда тут сердечко, но оно сейчас заклеено, там не видно, просто, вот, и здесь кажется, как будто бы белый, ну, такой белый, ну, это на камере такое, вот, сейчас я это обратно все положу, потому что, о, никак не закрывается. И следующая страница. Она сейчас склеилась там. Как склеилась? Половину склеилась. Здесь стикер. Потом мой рисунок. Там билет с автобуса. Вот та вырезка. Такие вырезки, рисунок, потом еще такая вот ленточка, просто это из вырезок. Вот, тут анекдот написанный. Потом анекдот, просто я вырезала его. Вот. Потом здесь вырезки, вырезки. Вот, тут тоже. Вот. Потом тут хомячки, тут это как бы открывается. Там написано, там, ну, как бы вырезка, там написано про цветок. И самолетик, который отклеивается. Это было все видео. Всем пока.